И всем приветик, с вами Дима Омлетик. Чего, блядь? Что? Короче, с вами, как всегда, Димонат. И да, сегодня я буду играть в Hill Climb Racing 2. Спустя, ну, почти год, после того, как я перестал в него играть. На моем старом канале, ну, если вы не знали, у меня был старый канал. Не думаю, что вы знали про его существование. Во всяком случае, на нем у меня было аж 3 видео про Hill Climb Racing, 3 летсплея. Были довольно-таки неплохие. Как бы вот. И да, на моем канале, я его, кстати, сейчас уже обогнал по подписчикам, но не по просмотрам. Как бы, ну, может, поможете? Давайте добьем мне сегодня. Ну, не сегодня, как-нибудь, просто добьем 50 подписчиков. Да, 50. У меня сейчас 43, по-моему. И вот. Короче говоря, сейчас мы посмотрим, что изменилось в данной игре за год. Ну, почти год. Какие там обновления. Погнали. Вот, мы заходим. Как раз, ну, аватарка, ну, экран захода, так сказать, не изменился. Вот, ну, нормальный звук был, слава богу. Так, надеюсь, экран будет не будет лагать. Очень надеюсь. Конечно, лагает. Чтобы вы знали, у меня лагает дисплей на телефоне. Я пытался заменять на телефоне, на котором плохой звук. А. Не понял. Что происходит? Так, короче, я сделал сальто назад. Мне пофигу. У меня лагает дисплей на этом телефоне, которым я сейчас снимаю. Но лагает... Так. Так, давай. Только вот дисплей реально лагает, бесит. Я пытался снимать на телефоне, который как бы... У него дисплей нормально, но вот звук у него фигня. И как бы он не снимает с наушниками, а этот снимает, но... Лагает дисплей просто. Вот могу бомбануть вот посередине видео, если я умру из-за того, что у меня зажмется какая-нибудь кнопка газа. Демонат. Пишем, как всегда, вот. И С. Нет. Пожалуйста, так напиши. Димонат и С. Так, подключить вот эту данную учетную запись. Ну? Всегда так долго? Так, отлично. Окей. Первый ящик открываемся. Открываем. Синяя, голубая, бирюзовая. Такая раскраска. И шахтер. С шапком. Ну и косарь, конечно. Косарь. Как же без косаря. Так. Так, тут нам надо гонку выбрать. Можно покрасить его. Кого покрасить? Водителя, что ли? Так. Так, подождите. Я поскольку... Знаю, что к чему, так. Нормально. Так, и пока что не будем ничего прокачивать. Ну, потому что надо пока что. И так всех обгоню. Так, экран, не подведи меня. Вот, вот видите, я нажимаю сейчас на кнопку, жалко, вебки нет. Все. Вот реально очень подводит, очень-очень подводит. Ну, пока что музыка всякая такое там не изменилась. Я видел, появились какие-то скины новые. Ну, шапки вот эти, вот шахтер, тема, что она и была, просто не падала мне. Машину новую надо будет полистать сейчас, кстати. Так, давай. Давай, все, на первое место. Ебой, так сказать. Причем, кстати. 300 секунд. Говно, рекорд. Так, отлично. А разве не должно быть 4? А, понятно. Так, экран, умоляю, просто умоляю. Ребят, если вы хотите, чтобы у меня не лагал экран, пишите хэштег «не лагай экрана». Так, едем. Ну-ка, давай. Экран, последний момент.
ты хотела мне сейчас показать. А, понятно. Не объяснил вам, просто про себя так сказал. А, понятно. Так, реклама. Короче, ребята, оказалось, что бы мне надо было, чтобы убрать рекламу, нажать на крестик, мне надо было закончить запись. То есть крестик был на кнопке стоп. Ну вот, можете заметить, там, где у меня запись. Так. Новый уровень, второй. Отлично. Ну давай, все, четенько, давай. Я пропускаю нафиг. Так. Ой, а я уже не помню, куда нажимать. Я как бы застал вот эту вот фигню, которая тут дорожка, дорога к легенде. Но как бы... Я не помню, куда тут надо тыкать, чтобы нажать... А, гонка, точно. Так, какие тут новые машины добавились? Так, Субарик. Ну, обожаю Субарик, конечно же. Вот это, ну да, я это тоже застыл. Вот это вот новенькое. Да, понимаю. Я помню с первого Хитлинга. Да, кстати, что да. Было? Да. Ламба была. Мотик был. Угу. Короче говоря, я думаю, если вы захотите, то я устрою тут вам эту, так сказать, летсплей. Давайте наберем под этим видео лайков 5. Тогда я засниму какой-нибудь еще летсплей по этой игре. Напишите, зашла ли она вам. Вот. Как бы... Да. Давайте еще одну проедемся. И что-нибудь еще почекаем. Так. Так. Ну, вот опять же кнопочка не нажимается у меня. Конечно, давай! Может, даже... Вот сейчас был почти тот момент... Кнопка! Газ! Газ! Hello, darkness, my old friend. Так, вот сейчас вот молчание просто. 60 метров, 40. Ну, вот опять же не зажимался у меня кнопка, так сказать. Газ у меня не нажимался. Вот просто... Вот молиться надо, чтобы она... Вот... A few moments later. Не знаю, вот если вот... Я даже не знаю, как вам доказать, что я не нажимаю так. Она сама так. Вот, давайте открываем это говно. Фига себе. Это я фартанул. Так. Сейчас давайте чекнем магазин, что у нас тут. Новые какие-то комплекты. Так это все, я помню уже, да? Ага. Вот это вот что-то, я не помню. Так, приключения. Какие... О, вот это вот такое вот менюшка, я такую не помню, честно говоря. Так, это... Что это? Что? Это как? То есть, раньше надо было за деньги покупать, а теперь за... За сколько ты проехал? Километров? Или как? Сейчас проверю. Охренеть. Теперь надо проехать какие-то там 1000 километров, чтобы разблокировать карту, я так понял. Так. Так, это понятно вроде бы. А, стоп, это что, новые карты? Прикольно. Так, вроде бы новые карты. Луна там, это я помню. Так, понятно. Это понятно, да, это все понятно. Так. Опять так. Короче говоря, кубки. Так, все у нас в событиях. Там какая-то фигня. А, помню, это помню. Так, Кевин, китаец и темные дороги. Нердис. Какие-то тут новые эти пацаны. Только Кевина помню. Или Кельвин, я уже не помню, как он там точно. Короче, а, вот, кстати, тут написано, сколько я проехал. Короче говоря, не буду долго говорить, так сказать. И... Что это такое? Это смотреть. А, понятно. Да, тут рядом со мной мой брат. Подписывайтесь на него, если хотите. Может быть, ссылка в описании будет. Ребят, если вам понравилось данный видосик, можете поставить лайк. Ну, или лайк поставить, если вы хотите продолжение по этой игре.
так сказать, слишком много, так сказать, так сказать. Трудная штука задает. Короче говоря, всем удачи, пока, и давайте добьем им 50 подписчиков. И... Спалная, мулая, эскимурай, сибузигмурай.